Всем привет! В этом видео я покажу, как поменять язык на русский в игре Among Us. После того, как вы скачали игру, у вас она автоматически будет на английском языке. Чтобы поменять язык, в самом низу видим значок шестереночки. Нажимаем на него. Далее вверху нажимаем на пункт «Дата». И у нас появился выбор языка. Листаем в самый низ, и в самом низу есть Russian, то есть русский язык. Нажимаем на него, и у нас автоматически поменялся язык на русский. На этом все. Если информация была для вас полезна, поставьте лайк и подпишитесь на канал.